выживших тут видно было немало, пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Полковник Хлебников, доложите обстановку. Товарищ полковник. В руках наших врагов правда может быть опасной. Мы должны осторожно выбирать тех, кому ее можно доверить, а кому нет. Готов предстать перед Создателем? Ту правду, что может напугать их, необходимо хранить в тайне ради их же собственного блага. Служили большой лжи, потому что сами себя заставили поверить, что так было нужно. Но теперь я, наконец, могу взглянуть правде в глаза.